нихуя себе, нихуя себе. Пиздец. Охуеть, не встать, там осталось... Не упнись. Блядь, сука. Не пизда, да, я так понимаю? Осталось чуть-чуть, да? Чё это значит? Ну чё это значит? Ну чё? Всем привет, ребят, с вами Гидон Плей. Сегодня с вами продолжаем проходить FNAF первую часть. Мы остановились на четвертой ночи. У нас с вами появилась вонючая лиса. Мразь такая, которая не дает нам спокойно пройти игру. Ну как не дает? Дает, конечно, это я уж так говорю. Но сам факт, что он мразь, та еще. В общем, на ней надо очень сосредоточиться. Блять, как сбросить звонок? Не хочу слушать эту мразь. Привет, привет! Эй, так, эй, смотрим, вау, четвертый день, я знал, так, что ты справишься. Месте, слушай, возможно, я не смогу завтра связаться с тобой. Все, отстань. Не хочу, слушай, ну просто, блин, все равно какую-то беспонтовую информацию дает. А точнее, вообще толком ничего не дает. Так, смотри, 12 часов ночи, и у нас с тобой 92%. О, уже пошел. Уже пошел. Ух ты, нихера себе, уже ушел. Смотри, блядь, какой быстрый. А где он? А хер его знает, где он. Куда-то он ушел. А куда, я не знаю. А, надо в оба смотреть. А вон он, да? Нет, нет, ну. Ага, вот он. Справа идет. 4А. Ну все понятно, короче, с ним. А мы с тобой тоже, если что, на готове. Так. Так, ну он там пока стоит. Так, давай быстро глянем. Ага, еще второй пошел. Так, ну все. Короче, сейчас мы с тобой слушаем внимательно и прислушаемся ко всем шорохам, звукам. О, блять. Включить бы этот вентилятор вонючий. Мешает прислушиваться. Дам-дам-дам-дам-дам. Блять, кто там по... Ага. Уже здесь. Уже здесь, ты понял? Уже здесь. Блять, что у нас по школе? Ага, это там в пятой комнате. Это здесь все еще. Так, ну значит, смотри, что у нас... Что мы имеем? Мы имеем с тобой 1 час ночи, 77% заряда. В принципе, не все так плохо. Так, это назад, а пошел. Ага. Зайц, зайц, зайц в пятой комнате застрял. Так, это лиса вонючая. Блять, это что? Это я. Видел? Видел, там что-то мигало и было написано, это я. Кто я? В смысле, это ты? Ну и чё? Это я. Нет, нет, подожди. А что значит это я? Чем с этой информацией делать? Если это был медведь, это Фредди, значит. Который попал в эфир как-то и начал твердить, что это я. Ну классно. Чем с этой информацией делать? Так, этот здесь. Вот, блядь, лесова ничего. Смотри, к чё. На низком старте уже. На низком старте. Так, что у нас здесь? Так, 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 так. Так, подожди. Блять. Что-то у меня камера барахлит. 2 часа ночи, 62%. Блин, ну это хрено, это очень плохо. На самом деле это прям максимально плохо. Прям, чтоб ты понимала, это очень-очень-очень плохо. 59%, блять, сука. Мразь такой, не пугал меня. Гад. Блять, он там стоит. Слушай, я хер его знаю, сколько он там стоит будет еще. В прошлый раз он очень долго стоял. Так, лиса тут, зайц тут. Бля. Давай откроем. Так, ладно.
Ладно, ладно. Так, лиса здесь. 1С и 5, да, значит? Так, то есть мы получаем... Ага, все, ушла мразь это. Можно открывать. Можно открывать. А, так. Так, он 4А. Ага, смотри-ка, что 2А. 4А, 2А, получается, с двух сторон опять хотят мне зажать. А у меня 3 часа ночи и 46%. Это очень плохо. Так, это такой... А кто это такой? Видишь? Так, это херня там стоит. Пускай там стоит. Я пролезу, если что. Так, это сюда, да, приперся? Ну и пускай. Так, и это, да, подходит ко мне. Так, 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 смотри, 40% получает, 39% получается. Так, этот здесь, так, лиса там, это вот я хер знает, вот такой. Так, подожди. Мне просто показалось, как кто-то пошел. Блин, слушай, 36%. На 3 часа ночи, мне как-то надо экономнее быть. Экономить, мне очень жестко надо экономить, потому что у меня всего лишь 3 часа ночи и 33%. Вот идет 33%, 33% и 4 утра. Так, это хуй здесь. А, бля, 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 бля. Успел. Так, помнишь, да, мы с собой тогда открыли и закрыть не смогли. А долго мне так ее держать теперь? Вот как мне долго дверь закрыть удержать? Ага, все, могу открывать, да, получается? Ага, все, отлично, отлично. Блять, думал опять бежит, вот вонючая лиса, прикинь, да, что творит, мразь такая. Так. Ебать, а какого хера? Охереть, ну как я проебал вспышку, а? Блин, слушай, жестко. Жестко, очень жестко, блин, а как так-то? Охренеть, не стать, как это я пропустил, блин. Фигово, очень плохо, давай. Блин, вообще, слушай, странно, как я мог пропустить-то? Охренеть, не стать. Так, ладно, так, ведь пока здесь, это мразь там. Короче, тактика следующая, пока ничего не делаем, просто следим за дверьми. Периодичностью, я не знаю, каждый, наверное, минут 5. Потому что нам с тобой, ага, не прикинь, мы уже пошли. Нам с тобой надо, короче, экономить энергию, максимально экономить, потому что энергия вообще улетает просто. Она просто уходит в космос, понимаешь, что? Поэтому надо максимально экономно. То есть быстро вот так вот, раз, два. По сути, нам вот эти камеры не важны, вот это. Но леса пока там еще, смотри, она еще не готова, созрела, поэтому все, экономим. А, так. Блин, прикинь, я думал, микрофон двигается, у меня глюки, походу, уже, блин. Так, значит, что мы видим с тобой? Чисто? Тут чисто. Так. Здесь чисто. Лиса, падла, мразь, гнида. Лиса уже наготове. Лиса уже наготове. Почему она наготове, блин, ты час только в экотрём бы не созрела бежать? Ага, в коридоре. В коридоре слева. Так, смотри, у нас один час ночи. У нас один час ночи и 82%. Блять.
Опять камеры сломались. Так, писал на месте. Так, пока все чисто. Пока все чисто, пока все спокойно. Так, у нас 1 час 77%. 1 час 77%. Так, понятно. Блять, не то. Пока все нормально, пока все под контролем. Я думаю, так и будем держаться такой тактики, наверное, с тобой. Выжидательно. Так, посмотрим периодически, чтобы вот эта парень не побежала к нам. Ага, цыпленок подходит, о, мразь. Цыпленок подходит к нам. Так, цыпленок подходит, и сам на месте. Этот в коридоре, да, стоит? Так, камеры сломали мне опять. Так, все, камеры починили. Так, этот в коридоре пропал. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Блясь, блясь. Нормально он открылся. Слушай. Как это он так? И это пропал куда-то. Блять. Мне сейчас всю энергию за него сожру. Ну, не сожру, в смысле, а потрачу. Блять. Блин, у него будет, а? Скажи мне. Ага, ну пускай бежит. Пускай бежит, там у меня все равно все закрыто. Вот сколько удержать? А держать, наверное, все, лиса ушла, да? То есть это, блядь, это яси. Какого хера он не уходит, я не пойду. Ушел. Лиса ушла тоже, да? Так. Так, 2 часа ночи. Так, вот цыпленок, все, я вижу цыпленка. Кролик, где кролик? Кролик тоже ушел. То есть я пока относительно безопасности получается. То есть у меня только цыпленок сейчас получается слева, справа точнее. И 2 часа ночи 50%. В принципе, смотри, в принципе, не так уж и плохо, пока все идет. Пока все более-менее даже вроде стабильно, нормально, потихонечку. Так, прислушиваемся ко всем звукам, которые могут которые могут привлечь наше внимание. Я что-то услышал. А услышал я следующее. Вот тут ко мне приближается. Бля. А где эта мразь? Цыпленок где? Цыпленок пропал. Куда вот мне вот обращать внимание, а? Скажи мне, пожалуйста. Блядский цыпленок куда-то делся. Вот тут топчется, вот такой часок. Блять. Такой часок, вот тут, тут вот прям стоит. Но проблема в том, что... Что за музыка? Ага, лиса на готове. Ага. Лиса на готове. Должно это с тобой... учесть. Ага, все, цыпленок нашелся. Блять, цыпленка мы увидели с тобой. Ага, все, смотри, я сейчас светил, тут тень была этой мрази. Ага, тут это херня, тут уже ты понял. 3 часа. Так, это тут? Ага. Справа пока все чисто, слева, да? Блять, наоборот, сука, слева все чисто, справа, значит. Справа, главное, вспышку сейчас не проебать. Справа, главное. Ну как справа, блять? По сути, ты слева тоже. Что мы с тобой имеем? Мы с тобой имеем следующее. Мы имеем 26%. 26% и... Блин, так он камеру ломает. Мы с тобой имеем 26%. А 4 часа утра. Да какие 26, блять, уже 24. Ё-моё.
Так, и к нам приближается еще кролик. Да, к нам приближается кролик. Так, 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 так. Бля. Типа, твою мать. Охереть, кстати. Ага, все, нет никого. Нет никого. Так, эта сука тут стоит. Ты понял? Пиздит что-то там. Может, кто-нибудь влетел, понимаю, как будто. Так, 17%, 5 часов утра. Сейчас надо прям максимально аккуратно. Максимально аккуратно, максимально внимательно подходить ко всему. Так, все, цеплю. Блять, 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 блять. Успел, 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 успел. Успел. Так, все, это съебало, да? Раз. Отлично. Так, того у меня 7%. Бля. 6% в 5 утра. Давай уже заканчивайся ночь, а. Ну что мне делать, а? Сейчас за камеру полезу. Блять, я же не хотел. Три. 3%. Нихера себе повезло, прикинь. Да. Да уж, да уж. Пятая ночь. Пятая ночь. Слушай, ну жестко было, должен сказать. Жестко было. Очень жестко было. Очень-очень жестко было. Что за звук? Блин, цыпленок уже дайте ко мне. Ролик везет. Ой, я себе ничего не понял. Отклонить звонок. Надо сразу было отклонить его и все. Просто отклонить и все. Не слушать ничего, что они там говорят. Потому что это бессмысленно, понимаешь? Он просто-напросто меня пытается запугать. Так, цыпленок там. Здесь пока никого нету. Где такой был? Кого-то кто-то был, нет? Так, цыпленок здесь. И сыванича пока еще нету. Так, этого что у нас? Блять, ни хера себе, 12 часов. 12 часов, смотри. И все, и уже 86%. Надо экономить. Значит, следим за лесой и за проходом. Блять, камеру кто-то сломал опять. А кто смеется? Это пройдет, типа, ржет надо мной или что? Я понять не могу. Так, ко мне это какой-то приближается. Желтая. Это тут Фредди, да, получается? Может, там звук издавал как раз такой. В ней пенной шкатулки какой-то. Но, с другой стороны, и насрать на него, на самом деле. Насрать вообще полностью. Так, значит, смотри. Вот. В 6-й комнате, да, получается? Ну, пускай будет в 6-й комнате, чем мне? Проверяем. Так, а где цыпленок? Так, вот здесь кто-то. Так, ага, все, цыпленок там получается, да? Музыка перестала играть. Блин, их здесь. Нет, он стоит еще. Ага, ушел. Все, отлично. Отлично. Пускай пиздует отсюда. Нет, ко мне. Блин, нихуя себе, это кто такой? Пройди, что ли? Смотри, кто это такой? Это Фредди же, да? А хер на него ко мне идет. Кто его не было, то здрасте. А. Блин,
Блять, тут мне опять камера ломает. Что-то мразь какая-то, прям диверсию устраивает с камерами. Алисы нету, да, я так понимаю, в этом уровне? Или чё? Может, что-то её даже не выглядывает. 2 часа ночи, 62%. Да нормально, пока держимся. Пока нормально. Так, давай еще раз посмотрим. Как он там... Блядь, сука, камера слепит. Сука, камера ломает, мразь. И пленок. И там кто-то приближается, да? То есть двусторонние хотят. Блядь, сука, лиса появилась, прикинь. Ведь я-то думал, лисы-то нету. А лиса, оказывается, ты есть. В 2 часа ночи лиса вылезла, мразь. И что мы имеем? Мы имеем 2 часа ночи и 55%. Блять, сука, я туда приперсу. Ебать, я туда приперсу. Охереть, ну, кстати. Здрасте, блять, пошел нахуй. Так, там есть. Ага, все, ушел. Ушел, ушел. Так, цыпленок там. А вот этот хер где? Вот лесу. А, нихера себе, блять, он сунул кикс. Ты понял, да? Я закрыл дверь, и он сразу же съебнул. Быстро. Так, 49%, 3 часа. Там главное не проебать вспышку с лесой и с электричеством. Это прям максимально. Я предлагаю до 4 часов ночи, наверное, камерами не пользоваться. А может и воспользоваться, я не знаю. Слушай, кто-то ржал. Ну, ржет это, скорее всего, этот хер. Фрэнди. Скорее всего, ну я так думаю, я так предполагаю. Нихера себе, это кто такой? А где это? Это вот здесь. Вот здесь, здесь, здесь. Да, сука, в камеру мне пялится, прикинь. Лиса. Блин, лиса, 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 лиса. Так, лиса съебнула, да? Все, лиса ушла. Открываем. 3 часа, 38%. Все, все очень плохо. Так, это здесь стоит, да? Это здесь стоит. Здесь никого нет. Так, хорошо, 35%, 3 часа. Так, можно быть... Откуда он взялся-то? О, мразь. Понял? Откуда он взялся-то? Я там же не был никого. Охереть, не встать. Ладно, чё, я предлагаю, наверное, на этом заканчивать, тогда в следующей серии мы с тобой продолжим проходить пятую ночь. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайся, обязательно пиши комментарий. Дай флаг. И всем пакет. О, смотри. Хотел сказать всем пакет, а тут рожа его вынесла. Бля, криповая, конечно. В общем... Охереть. В общем, кто не подписался, обязательно подписывайся. Всем пока.